Ну, раз пошла такая пьянка, хочу показать вам еще один тест. Канат вы уже видели. Свиной масел. Обычный свиной масел. Бумага. Это после пасты вчерашней. Постругали. Я думаю, что достаточно. По всей длине. Бумага сырая. Я думаю, это тоже показатель. По всей длине. Вообще ничего. Я думаю, чтобы его посадить на кости, его надо всю перестругать. Этот, по мне, так это очень хороший показатель. Потому что нож в основном такой, страдает от костей. Если, конечно, им гвозди не рубать, там еще что-то. Батонить его. То есть при случайном попадении на кость, как говорится, клиент защищен. А такие кости, как рыба, курица, нам вообще, по-моему, и речи быть не может, чтобы бояться. Ну, что хотел, я вам показал. То есть, скажем так, качество стали гарантированное для использования адекватным человеком. Ковырять доску, делать в дюймовке отверстия кончиком. Я не собираюсь. Да я не думаю, никто этого делать не будет. Кончик тут, в принципе, достаточно мощный. Можно не переживать. Главное, это рез. Ну, для адекватных людей. Ну что, пока все.